Скорость жизни современного человека стремительно меняется, в результате вынуждая нас делать выбор в пользу того, что быстро и не всегда полезно. Мы все чаще выбираем жирную пищу быстрого приготовления и фастфуд. Холестерин, поступающий вместе с этой пищей, оседает на стенках сосудов, приводя не только к атеросклерозу, но и к смертельным заболеваниям, инсультам и инфарктам. Ни для кого не секрет, что современная экология губительно сказывается на здоровье человека. Выхлопные газы, ненатуральные овощи и фрукты, вода с примесями тяжелых металлов – все это стало частью ежедневной реальности жителей больших городов. Спросите себя, является ли экологически чистая вода, которую вы пьете, воздух, которым вы дышите, еда, которую вы выбираете. Сотни вредных веществ поступают в наш организм каждый день, отравляя его и провоцируя развитие раковых клеток. Онкология сегодня становится все более часто встречаемым заболеванием. Именно поэтому наш организм нуждается в ежедневной защите, и поможет в этом Хитозан Тиньши. В отличие от других производителей, Хитозан Тиньши производится из экологически чистого сырья природного происхождения, панцирей красноногих крабов, и имеет высокую степень очистки от ацилла – 85,5%, что позволяет ему гораздо лучше усваиваться и увеличивает эффективность действия. Он легко абсорбирует вредные вещества, поступающие с водой и пищей, вдыхаемые из воздуха, выводит их из организма, восстанавливая его естественный баланс pH. Хитозан Тиньши предотвращает сужение кровеносных сосудов, артерий мозга и сердца, улучшает их состояние и поэтому снижает повышенное кровяное давление и риск заболеваний, связанных с ним. Хитозан улучшает работу печени, снижает уровень сахара в крови, активизирует выработку инсулина и повышает процент его усвояемости. Хитозан укрепляет функции иммунных НК-клеток, основное назначение которых – уничтожение клеток рака. Хитозан Тиньши является одной из наиболее полезных для современного человека пищевых добавок. Чтобы доказать, что хитозан Тиньши имеет свойства антиоксиданта и эффективно борется со свободными радикалами, а также связывает жиры, проведем два эксперимента. Для этого нам понадобится две прозрачные емкости, два мерных стакана, две палочки для перемешивания, ложка, хитозан Тиньши, отбеливатель для белья, индикатор кислотности, уксус, минеральная и обычная теплая вода. Сначала подготовим раствор желудочной кислоты с уровнем pH 4. Для этого в теплую воду добавляем уксус в нужной пропорции. Хорошо перемешиваем. Измеряем уровень pH при помощи индикаторной бумаги. Получился раствор с уровнем кислотности 4. Добавляем 3 капсулы хитозана Тиньши и перемешиваем до однородной консистенции. Теперь подготовим водный раствор со свободными радикалами. Для этого в минеральную воду добавляем отбеливатель для белья. И также перемешиваем до однородной консистенции. Выливаем раствор со свободными радикалами в кислотный раствор с хитозаном. Раствор расслоился, что указывает на то, что свободные радикалы теперь связаны хитозаном Тиньши, а наш организм защищен от их вредного воздействия. А сейчас посмотрим, как хитозан Тиньши связывает жиры. Для этого добавим в воду немного растительного масла. Теперь добавляем содержимое двух капсул хитозана Тиньши. Тщательно перемешиваем. Мы видим, что жир, связанный хитозаном, превратился в желеобразные шарики. Такой жир уже не сможет навредить нашему организму. Будьте здоровы вместе с хитозаном Тиньши. Для покупки продукции Тиньши обратитесь к вашему консультанту.